Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне Huawei P50 Pocket можно изменить размер шрифта. Разблокируем наш телефон, заходим в настройки, после чего переходим в пункт экран и яркость, далее нажимаем размер и жирность текста, и тут можем изменить размер текста. Как вы видите, можно поставить даже супер крупный. Она нам только что предложила перейти в режим специальных возможностей. Там можно будет выбрать еще более крупный текст, если вам такой понадобится. А я оставлю обычный и выхожу. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!